И, друзья, новый выпуск по Clash Royale. Я вернулся с отдыха, безумно за вами соскучился. Ролики теперь и стримы будут регулярно. Подписывайся обязательно на канал. Будет много чего интересного в этом сезоне. Нажимай на колокольчик. На колокольчик обязательно нажимай, вот это прям 100%, потому что вот я запускаю стрим, а зрители не знают о нем, потому что YouTube уведомления не присылает. Чтобы он присылал уведомления, нажимай на колокольчик, пожалуйста. Ну и, о чудо, ребята, мой аккаунт еще живой. И, короче, как я и говорил, до конца сезона я буду смотреть, и, скорее всего, я буду вот этот долг закрывать. Давайте откроем драфт-сундук, и там меня еще ждет приятный бонус, ребята. Поехали. Итак, 600 золота, дальше мы крутимся до легендарок, если они, конечно, будут, может такое что-нибудь быть легендарки. Оу, будет лего, так. И, пожалуйста, ночную ведьму, И, так, шахтер, хорошо, шахтер нужен, берем шахтера. И эпики. Вышибалу, тут больше немножко золота будет. Приятный бонус, ребята, вот. Смотрите, опа, вернулся с отдыха, а тут вот меня ждет легендарный сундук. Круто, это приятно. А что у нас тут в магазине? Выгодный набор сезона лиги, подготовил свою колоду к новому сезону. За 10 баксов 100 тысяч золота. Блин, кстати, картинка мне очень нравится, нарисована очень вообще трушно, блин, такой HD качество. Ну, я не понимаю, а в чем подвох? 10 баксов, 100 тысяч золота и все, больше ничего? Раньше, по-моему, за такую сумму еще и сундук, и гемы давались, и золото. Суперселл. Че за бред? Так, бесплатно не могу открыть. Увы, у вас отрицательное количество гемов. Призрак мне не нужен. Значит, друзья, сейчас откроем легендарный сундук. Пойдем парочку онлайн-каток сыграем. Я, правда, не знаю, какой колодой. Тут у меня тут много колод, короче. Ну, может вот этой, может вот этой. Я хочу ночную ведьму дофармить. Две карты осталось. И хочу, короче, бандитку шахтера поджать. В общем, ребят, буду вот этот долг 44 тысячи гемов закрывать. И сверху еще донатить гемы, потому что обещал сделать вам открытие. Ну что ж. И, кстати, очень важная новость, забыл сказать вначале, скажу это сейчас. Я же должен где-то еще играть, прокачиваться, потому что тот аккаунт разыгрывается. На этом аккаунте, ну, я в основном в конце сезона играю. Я создаю новый проект, и суть проекта, она остается практически та же. Мы прокачиваем одну деку, поднимаемся по аренам, только уже другой колодой. А колоду вы узнаете практически в следующих выпусках, и о моем новом проекте подробнее также в следующих выпусках. Поэтому подписывайтесь, я думаю, что будет интересно, потому что колода будет реально годная. Я буду стараться подняться как можно выше. Надеюсь на ваше огромное количество лайков. Я за вами реально соскучился, буду читать ваши комменты, пишите, буду читать. Все, поехали, легендарный сундук. Пиу. Итак, этот, ночную ведьму. Пожалуйста, гром. Ну, как бы как бы, зачем мне гром? И вот, понимаете, он даже мне не в золото пошел, он просто выпал, все. Ладно, раз выпал гром, давайте с ним сыграем. Поехали, в начале сезона, я не знаю. Вообще, по сути, должно быть сложно играть, потому что, ну, всех покупкам скинули. Поэтому все топы сейчас на 4300, не, на 4600 плюс они в основном. Но могут быть и тут. Так, Аботаха. Давайте выбросим гиганта, у нас он есть в колоде, в цикле. Тут у нас будет принц, хотя можно было громом задефать. Так, ну и, в принципе, сейчас будет атака с двух сторон. Давайте приготовим зап. Либо стрелы, не знаю. Опа. Ну чё, зафейлил, да, дружище? Значит, Пека плюс Хок. Ну, на самом деле, небольшая контра Пека моему гиганту. Но так как он затупил, то это хорошо. Это... Ой-ой-ой. То это уже практически... Ну, можно если нормально отыграть. Можно уже не атаковать, чисто играть от дефа. Поэтому право башню добить. Вот, так, ну сейчас по-любому надо что-то выпускать, потому что надо прокручивать деку. Вот зап слили и прокрутились до принца. Все, отлично. Так, интересно, хватает у него сейчас на пеку эликсира? Не должно, сомневаюсь, что хватает. Еще и варвары. Слушайте, ну он вообще извращенец. Прям не хочет проигрывать, наверное, големам-гигантам. Да даже не только големам-гигантам. Вообще всем наземным танкам.
Я представляю, как бомбит у его соперников. Еще и печка. Капец, у него и здание... Я не удивлюсь, если у него еще, помимо печки, еще какое-то здание дефа есть. Ну, рили, ну. Это ж смешно. Так, ладно. Надо было... Я извиняюсь, блин. Немножко приболел, походу. Может, яд закинуть? Не, пока, думаю, не стоит. Сейчас надо пеку там уничтожить. Давайте мегамуху. Еще одного принца закидываем. Сейчас должны просто пеку вынести. Так, громовержец. Минус печка. Давай, фаербол. Сейчас будет фаербол на мегамуху и на этого. Так, вот это плохо. Вот это немножко плохо. Потому что я еще справа вышку не забрал, а уже перешел на левую сторону. Так. О, отлично. Гигант не сагрится на печку. Это прекрасно. А нет, сагрился. Лол. Так. Poison. Нам самое главное сейчас забрать его башню. Зап, наверное, надо срочно пить. Блин, печально пока все. Так, нам надо, короче, до поизона крутиться. А, может и не надо. Ха, не надо. А, в принципе, что я туплю? У меня же стрелы еще есть. Зап. То есть я бы добил 120 хп, что я так переживаю? У меня же 3 спыла, я забыл. Отлично. Эх, блин. Как хорошо, что аккаунт не забанили. Ну, пока, опять же, не буду... так сильно радоваться, потому что Supercell такие непредсказуемые, что могут сейчас не забанить, через месяц забанит, поэтому... Но знаете, что я всегда готов, поэтому меня не удивишь уже ничем. Если Supercell реально, я вот мне написали, чему удивляться, если Supercell банят навечно за мат в клане, в чате. За мат! Просто пипец, за мат могут забанить аккаунт, в который вкидывались просто сотни тысяч долларов. На донат. Это просто кошмар. Я не знаю. Поэтому удивляться уже нечему. Жаловаться тоже смысла нету, потому что это их игра, их правила. Поэтому что тут? Мы лишь рядовые пользователи этой игры. Хотя обидно немножко, что вот так вот здесь нет правосудия. Одних банят, других нет. Хотя я рад, что меня не забанили, но... Ладно, короче, не будем на эту тему сейчас рассуждать. Возможно, на стриме поговорим. Против меня Мортира, да, с Хогом. В принципе, мне всегда говорят, у тебя контра, мне... Ну, вот я когда играю против Мортира, ПВПшусь. У тебя контра, у тебя 3 спыла. Да нифигушечки, блин. Хоть и 3 спыла, но что-то не получается как-то пропушить. Все равно много мелочи, быстро крутится цикл. Мои 3 спыла не так быстро прокручиваются, как там у тебя, к примеру, тот цикл, да? О, сейчас неплохо. Давайте стрелы сейчас кинем, если будет орда мух. Она должна быть, наверное. Так, poison, ладно. Отлично. А, ну он затупил. Мортиру поставил. Если бы мортиру не ставил, то... то бы не, просто, не слил бы просто... У нас 4 эликсира, он бы не слил просто так 4 эликсира. Я предполагаю, что на хука у него элика сейчас нету, поэтому спокойненько сейчас ждем, пока летучие мыши сдохнут, и снова готовим атаку. Готовим мега миньона. Так, готовим мега миньона. Дальше ждем Хога его. Будет мортира, скорее всего, на деф. Так, поехали. А, против Рувина я играл, да. Я думаю, кто же мне говорил, что у меня контра, ты спала. Не знаю, мне лично тяжело. Давайте стрелы кинем. Оп. Так. Че, нету орды мух? Да, ну тогда не очень дека. Он лучниц взял, походу, вместо орды мух. Принца я закинул, чтобы там Хог мне не мешал. И буду готовиться, наверное, справа. Хотя я не люблю... Ну, вообще надо сейчас дефаться. Но я не люблю сейчас сидеть в дефе. Ой, мегамуху не туда выпустил. Ладно, закидываем. А, он, походу, все. Сдался. А, ну все, отлично тогда. Забираем на 3 короны. Да и, в принципе, буду на этом завершать. В общем, ребятки, я... вернулся, аккаунт не забанили. Это приятно, очень. Надеюсь, вы меня тоже ждали. Посмотрим сейчас по лайкам, дизлайкам, по просмотрам, по комментариям. Потому что мне не было всего лишь 2 дня. Но мне кажется, просто как-то меня уже, та часть, которая смотрела, уже не, какая-то часть уже отделилась, потеряла меня. Но это факт, YouTube, либо YouTube так не продвигает, либо
зрители потом теряют связь с ютубером. В общем, не знаю. Поэтому, ребят, я вам сообщил, что будет в этом сезоне. Я свой аккаунт основной буду возобновлять. Буду открывать дальше сундуки, прокачивать его до фула. Когда уже прокачаю до фула, да я, в принципе, он уже практически фул. Мне уже будет все равно. Я просто буду играть по фану. И что будет с игрой, что будет с аккаунтом, мне как бы тоже будет все равно. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы это все загнулось. Хотелось бы, чтобы это только развивалось. Будем на это, ребята, надеяться. И также у меня стартует новый проект, новый аккаунт Twink, который мы будем с вами вместе развивать. Подписывайтесь, буду рад видеть вас на новых видосах, на моих новых стримах. Безумно за вами соскучился, ждите сегодня стрим. Всем удачи и всем пока.